Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. Так, это у нас коврик. Коврик для мыши Xiaomi. Отправлен был 22 июля. И вот больше месяца добирался он сюда. Заказ был сделан на сайте GearBest. Вот такая вот фирменная, как видим, наклейка со штрих-кодом Xiaomi. Аккуратненько распечатываем. И извлекаем сам коврик. Так, электризовался коврик. Немного вот так вот он выглядит. В принципе, довольно-таки неплохой. Толщина, смотрим, вот какая толщина на этой стороне. Ну, в принципе, довольно-таки неплохой коврик. Сайт GearBest, стоимость данного коврика, если не ошибаюсь, $1.70. Кому интересно, ссылка в описании. Заходим, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.